Вот, в общем, оригинальность решения. Здесь, как и на всех подъездных группах, утапливается поребрик частично. Он все равно как бы не скат для коляски, но и не полный съезд. А здесь, наверное, по просьбе телезрителей, как бы вот лежит такая балямба. Дальше нигде этого нет. Хотя уровень тоже подъездных групп везде высоты разные. То есть здесь едет машина, здесь вот заужено. Ну, то есть видно, вот узко достаточно. Вот на эту шляпу она скачет. Как бы там ни иди навстречу жителям, но надо думать-то головой. Потом вот здесь вот прекрасный бугор небытия идет. Это к следующей. Двор не ремонтированный. Здесь просто вот такой вот округлый. Вот. Видно как? И вот непонятно. Вот здесь. Какое имеет значение вот этот вот притопленный, если все равно половина поребрика остается именно таким, как в обычной дорожной. Хотя там вот в начале он... Да сейчас замерим даже. Вот. Давайте быстренько дойду обратно, чтобы сравнение не пропало. И вот здесь. То есть видно, что это половинка от того. Как это работает, а? Кто знает?